У меня остался кусочек слоеного теста, где-то с полкило, и я решила приготовить такой быстрый тортик. Тесто я раскатываю в прямоугольник толщиной 0,3-0,4 мм. Этот тортик получается очень быстро и очень вкусный. Чем-то напоминает Наполеон. Нарезаю вот такие вот полосочки, где-то по сантиметру. Можно взять обычный нож. И все укладываю на противень, застеленный пергаментной бумагой. Сверху смазываю яичным желтком с добавлением молочка. Духовку уже заранее включила. Режим вверх-вниз. Выпекаться будет 25 минут при 200 градусов. Вот, наши палочки уже готовы. Даем им остыть. Пока они остывают, мы быстренько приготовим крем. Крем готовится очень быстро. Не нужно его варить. Просто нужно будет все пробить блендером. Рецепт этого крема есть на моем канале. В нем я объясняю, как точно приготовить такой крем. Здесь я покажу его просто вот в коротком и в быстром виде. Готовится он буквально 10 минут. Ссылка на этот крем будет в описании под видео. Укладываю его в кондитерский мешок. Взяла пищевую пленку. Наношу немного крема. И укладываю наши палочки. Если у вас гости на пороге, а в холодильнике остался кусочек слоеного теста, то этот рецепт тортика будет для вас как раз как палочка-выручалочка. Укладываю один слой. Сверху наношу опять крем. И так выкладываем всю нашу поленницу. С палочек идут опять палочки, крем. И до тех пор, пока они у нас не закончатся. Крема немного я оставляю, чтобы украсить потом верх. Докладываю последние наши палочки. И сверху еще накладываю немного крема. Теперь все хорошо. Стягиваю. И делаю вот такую вот поленницу. Не бойтесь, прижимайте посильнее, чтобы они хорошо прилипли друг к другу. Так делаю с одной стороны. И потом заматываю пищевой пленкой с другой стороны. Вот так. И убираю все в холодильник. Где-то на часик. Тортик наш постоял. Аккуратно выкладываю наш тортик на блюдо. И сверху наношу оставшийся крем, который я оставила. Этот крем чем-то напоминает нутеллу, такой же вкусный. Все хорошо распределяю. Украшаю сверху орешками. И вот такая красота и вкуснота у нас получилась.